Городские бани открыты для посещения, правда, при соблюдении определенных требований. В частности, заполняемость одного отделения не должна превышать 10 человек в час. При этом, чтобы попасть в помывочное отделение, необходимо заранее записаться. А на входе будут встречать сотрудники, которые проведут так называемый входной фильтр, измерят температуру и проверят на отсутствие симптомов заболевания. Подробнее о новом режиме работы в следующем сюжете. Перед тем, как зайти в отделение, держите градусничек. Он должен запищать. Входной фильтр перед помывкой в бане обязателен для всех посетителей. Впрочем, жители окружной столицы с пониманием относятся к новой процедуре. Вот только попариться пока нельзя. Ну, для тех, у кого нет ни ванны, ничего, да, нормально, что пришел, хоть помылся, а то месяц уже не мылись. А так, для русского без баня, без парилки, это не баня. Это я все понимаю для нашего здоровья. Спасибо партии правительству, как раньше говорили. Только что холодно мыться без парилки. Ну, вот тут можно заболеть. После каждого сеанса помывки обязательно проводится дезинфекция всех помещений. Средствами обработки бани обеспечены в полном объеме. Здесь обрабатываем ручки, где прикасаются люди. Сам. Обрабатываем, чтобы ходили. Полностью все. Протираем все ручки, протираем все тазы, полы с хлоркой, с хлором. Стенки, краны все протираем. И моечные сиденья все протираем, помывочные. С 2 часов начинает баня работать. Считает до 3 часов первая партия, 7 человек. Потом идет уже полчаса помывка. Дезинфекция, потом вот следующая партия, потом опять полчаса помывка и следующая партия через час. В таком режиме сейчас работают 3 городские бани. Посещаемость одного сеанса по 10 человек в каждое отделение. 5 человек в душевые и 2 человека в инвалидные кабинки. Время помывки 1 час. Ну, сегодня у нас открытие 2-й, 3-й и 4-й бани в соответствии со своим расписанием, но с учетом алгоритма со санэпидемиологических всех мероприятий, которые необходимы для открытия в этот период угрозы коронавирусной инфекции. Работа городских бань с соблюдением санитарного режима продлится до 19 апреля. Алина Волчейская, Александр Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север».